Ребят, всем привет! Наверное, будет это одно из любимых наших пока мест для распаковки посылочек. Иди, будем вместе смотреть. Иди сюда. Ты знаешь, что здесь есть? Это нам с Урала Мария прислала. Озончиком, любименьким нашим, с которым мы тоже много чего заказываем. Ну что? Интересно тебе? Да. Боря подходит, говорит, мама, что это такое? Как ты думаешь, что это такое? Груля. Не знаю. Игра. Необычная игра для детской компании. Попробуй объясни. Настольная игра. Веселая игра на объяснении слов. Че, вскроем? 50 карточек, правила игры. Давай вскроем и это. И посмотрим, что за игра. Мне самой прям интересно. Настолки мы очень любим в семье. Если настолки интересны, они у нас намного задерживаются. У нас прям есть коллекция настолок. Я ее показывала в обзоре настольных игр. Это наши любимые топовые игры. И я надеюсь, что когда мы делаем ремонт, они снова будут у нас в ходу в семье, потому что пока что не до них. Так, смотрим. Не поняла. Ты нам тоже показывай. Короче, здесь карточки, только пока не могу понять. Сейчас надо посмотреть, потому что за игра, может, кому-то тоже понравится. Так, здесь идет фотография. Слово на белой, калькулятор и так далее. А внизу снимок, карточка, рамка, например. Монета, платить, рубль, копейка и так далее. То есть подсказки к слову фотографии, к слову монета. А вот как играть, что имеется в виду, кто должен что говорить. Сразу очки надо брать. Да. Так, сейчас я изучу, сразу и скажу. Раз. Сейчас изучу и скажу. Ну, короче, это игра типа крокодила. Вот, только в виде карточек. Сама задача, вот это слово, которое нужно объяснить, фотография, а это слова, которые при этом нельзя использовать. Снимок, карточка, рамка. Или однокоренные слова. Игра в двух командах, хотя здесь пишется двух игроков, но игра в двух командах. Тот, кто объясняет, находится в команде соперников и объясняет своей команде. А команда соперников следит, чтобы он не называл вот эти слова, чтобы он исполнял правила игры. Вот. А команда, его команда, которую он объясняет своей команде, должна отгадать, что он имеет в виду. Нельзя показывать звуками, нельзя показывать на предметы, жестами нельзя объяснять, нужно только ртом объяснить. Вот, например, фотография. Но это то, что мы вешаем обычно в квартире или ставим на стол. Дарит воспоминания. Совместные, фотография. Групповые. Да, они бывают совместные, групповые, портретные и так далее. Здесь же нету портрета. Это да, все. Да, да. Все, и человек отгадывает. И команда, это снимок. Ну, кто больше, видно, отгадал, та команда и выиграла. Может, на время можно или так. Ну, прикольная игра на развитие мышления. Так что классная игра, спасибо огромное, попробуем. Вот, для деток. Плюс 2 от 2 лет. А, 7+. Думаю, от 2 лет, как от 2 лет ребенок объяснит. 7+. Ну, правильно, когда уже ребенок умеет читать, объяснять, высказываться и так далее. Спасибо огромное. Надеюсь, она нам полюбится. И прислала она футболочки. Сказала точно 2 для нашего папочки. Да. Надеялась, что угадает с размером. Если не угадает, то все. Так, папочка. Даже мне что-то перепало. Спасибо огромное. Посмотри, с волками какая тебе. Посмотри. Я буду сибирский волк. Сейчас Боря будет мерить. Давай я покажу, а ты померяешь на себе. Так хочется на тебе посмотреть. Сразу скажу, так, почему на Боре не показали. А ну-ка, на Боре быстренько, я бы сама захотела бы, чтобы на тебе посмотреть. Ой, вот это я, да. Вот нет, Боря бывает у нас 2 состояний. Это 2 противоположности, живущие у Бори. Это енотик миленький, такой добренький, и волк, который готов разорвать. Ну, наверное, у каждого человека, только надо было на черном волков, да, добро и зло находится. Такой добрый, пушистый, злой, такой. Так что, Боря, давай мерей. С размером угадали идеально. Просто вот как будто знали Борин размер. Вот я. Прикол, она такая светлая, классная на тебе. Я с джинсами, добрый. Вообще крутяк. Я добрый. Ага. Это волк, защищающий свою стаю. Альфа-самец. Понятно. Папа альфа-самец. Ну что, давай добреньким становись. Правильно. Я не могу. Альф. Ты знаешь, волк тебе больше шел. Волк тебе больше шел. Он такой миленький, этот енотик.
Милашечка какой. Ну, Татьяна Сергеевна, это ваша футболка. Да, будешь ты ее носить. Она от тебя она идет. Такая. Боря, мне глазки. Говорит, Таня, одевай. Либо на тебе больше пойдет. Да? Классно? Да. Я себя отлично. Не вижу. Кстати, спасибо огромное. Написал Боря, один из подписчиков, который живет в Новосибирске. Говорит, у меня стоит шкаф-пенал. Говорит, можем его вам бесплатно отдать. С зеркалом. Во весь узенький, рост. Узенький, который вот прям похож очень на наш, который вот мы купили двойной, ну маленький, который в моей комнате. Говорит, вы сейф, может, уберете куда-то, мы его Боре сбагрим. Мы вот так и хотели, в принципе, когда хотели большой шкаф. А шкаф-пенал поставим, как раз узенький, он влезет. И это я смогу смотреться на себя. То есть сейчас посмотреть смогу. Так что мне даешь? Да. Решил Боря мне, вот так классно тебе, а это больше мне. Не обессудьте. Вот так мы разделили ваши трофеи. Вот я в ней буду дальше сниматься. Так, а это она сказала младшим деткам. Я, насколько подозреваю, они светятся. В темноте 100%. Да. Это Максим. Вы Максимки. Максим в восторге просто. Светящиеся. Вот это должно светиться, по идее. А ну, давай, фонариком посвети, мы выключим свет. Или вот возле светильника посвети. А это Борюсику. А что? Борюсик, сколько у тебя будет светящихся футболок? А ну, Борюсику везет. Это уже ближе, ближе. Футболка у тебя будет светящаяся. Ближе, а вторая, да? ближе, закрой прямо. У да, меня вот так. Две футболки светящих. Так, выключай свет. Не светится. А ну вот эту. Не светится. Вот этот не светится, точно? Ну-ка. Ранее я не вижу, что она светилась. Такая зеленая у нас шипка. Ага. Выключай. Вот это светится. Да? Нет? Нет, не светится. Нет, это нужно вечером думать, пробовать. Нет, мне кажется, это больше наклеечка, которая будет от ультрафиолета такая, вот знаешь, как на дискотеке одевают. Да. Там что ты там заглядываешь в глаза привидением. Да непонятно, светятся они. Ой. Мы не можем понять, светятся они или нет. Вообще не можем понять. Ну, короче, зови Максимку. Держи, одевай эту, одевай. Давай. Будет у тебя привидение. Борька привидение будет. Чисто. Зацепились мы. Посмотри, какая классная. Ну, покажи. Ты видел? Класс. Как вы там любите играть с Максимом. Максима зови. Скажи, Максим, тебе подарок. Это тебе. Давай оденем. Давай. А то игра будем играть, но для тебя, смотри, какой динозаврик тебе будет. Ты видишь, какой красавчик. А у него, смотри, приведёшки. Максимка, смотри. Давай. У меня. Смотри, какая красивая. Спасибо вам огромное. Привидение. Ты посмотри, какая красивая на тебя футболочка. Видели? А ты, смотри, привидение тебя будет догонять, ты убегаешь. А убегать будешь, а потом будет... Динозаврик догонять привидение и кусать его вот так, смотри. Оп. Понял? Побежал. Все, побежал кусаться. Спасибо вам огромное. Спасибо. Такие классные футболочки, игра просто. Низкий поклон вам от всей семьи. Мы еще одну заценим. Спасибо вам огромное за ваше сердце. Но у Бори, конечно, футболка. Бомба, серьезно. Это просто крутейшее. Крутейшая футболка. Да, я тоже такой бываю. Я тоже бываю как волк. Нет, как пантера больше. А бывает такое нежное и миленькое. Так что спасибо вам огромное за такие подарочки. Все тогда. Пока-пока, ребята. Спасибо. До следующих обзорчиков.